Водителя грузового автомобиля «МАЗ», который 20 апреля рассыпал щебень на площади Деревянка, привлекли к административной ответственности. В полиции отметили, что водитель испачкал дорогу и создал препятствия для других участников дорожного движения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или общественные работы сроком от 30 до 40 часов. Отмечу, что подобные действия водителей грузовиков в Одессе не редкость, однако обычно им удается избегать ответственности.